Так, выравниваем таз ребенка. Эта нога чуть короче из-за того, что тазовая кость развернута вперед. Мы сейчас ее чуть назад. Это тазовая кость. Подвздошная кость называется. Опа. Все, отпускайте ее, отпускайте. Вот, уже выровнялась. Так. Видишь, как будешь хорошо ходить скоро. Подожди, пока сейчас тебя чуть подправим. Молодец. Слушай, да? Все, не пищи. Выдох. Все, больше не будем, да. Так, переворачивайся теперь на спину. Реверанс. Мама, тебе было тяжело смотреть? Да, мне было нелегко смотреть, но я справилась. Так, сейчас мы тебе смотрим этот тазовый кость. Ровно ближе. Голову можешь поднять, если хочешь, давай так. Теперь поднимаем вот эту ногу, вверх вниз. Зачем? Вверх вниз, да сюда, да сюда. Просто поработаем. Да, другую. Все, выравнивай. Так. Опа. Все, не надо. Все. А вы меня стукать по спине больше не будете? Нет, я по спине не буду больше стукать. Все, все, расслабляй, расслабляй. Вот видите, выровнялись и по длине, и по вот этим. Расслабьте стопы, вот. Ой, что, видите? Перестали? Косолапить, да. Что ли? Да, ровненькие. Все, хватит. Обалдеть. Дариша, расслабься и слушайся доктора. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дарина, расслабь ножку. Это странно, страшно кажется, на самом деле все. Здесь ой, какие у тебя там попроще. Сердечки. Опа. Ты нарисовала, Дарин. Все, что, можешь вставать. Лучше детей, не отходя от кассы. Давай маслом. Маслом? Маслом это массаж, это называется.